Это молочные зубки, наверное, вот у нее. А, опять он второй! Ксюшка у нас попросила Пеппу Пик, я вообще не представляю. Есть это Пеппа, вот она. Вот что хотела Ксюша. Это мальчик? Да, это мальчик. Это мальчик? Да. О, боже. С жвачкой во рту. Так, девочки, Ксюша, иди сюда. У нас новость есть для вас. Не очень хорошая. Плохо себя чувствует. Математику, потом еще образую физкультуру. Доброе утро. Как дела? Не очень, да? Плохо. Заболели мы. Ксюня заболела, в школу не пошла. Температурила ночью. И сейчас температурка поднимается опять. Лекарства выпили. Вот так вот. Знаешь, сегодня Макс тоже ночью температурил. Пришел ко мне, я потрогала его. Он такой горячий был. Чего вы так, а? Болеете? М? Ну все, будешь теперь лежать, получается, до понедельника. Завтра тоже не пойдешь в школу. Да? Сегодня я хочу идти. Почему? Жена сегодня бегает. Ну ничего страшного. Нужно дома полежать. Ой, да. А то потом все в школе заболеют. Это молочные зубки, наверное, вот у нее. А, опять он второй! Что? Второй падает. Он у нее прям вот так вот перевернулся. Второй зуб падает, вон он. Вот этот шатается. Вот смотрите, у нее нет снизу одного клыка. Смотри, у нее зуб. Вот смотри, смотри. Она меня кусает, и он, смотри, сгибается. Ужас. Я не знала, что у собак зубы тоже выпадают. Бонь, ты зубки теряешь. Бедненькая. Ей нужно что-то это. Знаете, ребята, она стала плохо кушать, у нее корм сухой. Она его перестала есть, она очень мало ест. Наверное, у нее зубки вот, да, сшатаются, и вот ей грызть, наверное, очень это. То ли больно, то ли нужно ей эту мягкую какую-нибудь корм, да. Мягкий корм, паштетик надо ей купить. Я-то думаю, что она так плохо ест? Вон, прям у нее зуб. Тебе не больно, Бонь? Вон у нее прям это болтается. Давай я тебя выдерну. Давай выдерну зубик, а ты его съешь. Я хочу держать, а ты... Ой, я тебя боюсь. Папа у нас уже пришел из черной пятницы, хотя сегодня еще не пятница, четверг, но уже все со скидками. Не выдержал. Ну не все магазины. Да, но не все магазины. Папа не выдержал. Наши... В общем, Ксюнь, ты остаешься дома? Мы быстренько сейчас съездим, купим кое-что. Угу, календарики Максу, Каролине и вам, не знаю, там какие выбрать. Пеппа Пик, тебе сколько лет? Пеппа Пик. Тебе 5. Поехали. Все, в общем, мы поедем. Съездим в магазин игрушек, купим адвент-календари. Да, обувайся, иди. Все, папа, поехали. Если что, звони, хорошо? Ксюнь. У меня нет телефона. Где твой телефон? А, я его вчера заряжала. И где он? И позавчера. И где он? Там в комнате лежит. В общем, мы приехали за календариками. Ксюшка у нас попросила Пеппу Пик. Я вообще не представляю. Есть это Пеппа? Вот она. Вот что хотела Ксюша. Это, конечно, странно, но она... Хочет Пеппу Пик. Ну ладно, хочет, значит Пеппа Пик будет у меня. Да, Ксюша у нас это... Не знаю, зачем Ксюша хочет Пеппу Пик. Может быть, Каролине вот такой вот один? Лол. Угу. Каролине лол, наверное? Да, си. Это календарь. Авентро. Что ты хочешь? Самолетики хочешь? Угу. Ну хорошо. Вот самолетики. Только нужно открывать каждый день по одному. Лол? Или Эльза? Это косметика? Так, мы Плеймобилем не увлекаемся. Мама. Ага, домик. Это Каролина. Домик. Каролина. Папи! Какой вот взять лучше? Может, ей лучше косметику взять? Вот это косметика. Угу. Эльза.
Вот тебе самолетик. Будешь открывать по одному, хорошо? В воскресенье. Вот это. Да, только в воскресенье надо открывать. Еще пока не 1 декабря. Это что такое? Какие-то странные. Это вот 6 плюс. Папа-тролль. А, это игра, наверное, какая-то. Папа-тролль. Папа-тролль. У тебя был в прошлом году, по-моему, папа-тролль. Да. Уже потерялся. Угу. Все? Все? Сколько мы взяли? А Маргарите? Маргарите. А Маргарите что взять? Не знаю. Мама, и вот это. Маргарита не играет в Playmobil. Или вот это. Ух ты. Может, ей какой-нибудь со сладостями? Папи. Для Маргариты. Это уже с конфетками. Может, ей... Да. Угу, давай. Такой мы ей возьмем. Папи, баба, не пожалуйста, пара Марго. Киндер-сюрприз. Ну что, довольна? Почему именно Пеппа Пиг? Ты будешь играть? Да. Смотри, здесь для какого возраста? 8+. 8+? 2+. И меня. У тебя. Да, ну вот это Каролине взяли. Это тут меня. Косметика. Будет где доставать. Плюс как? А у тебя плюс 3. Самолетики. В общем, будет 1 декабря. Я скажу тебе, когда ты можешь открыть одно окошечко, хорошо? Да. Ладно, пока нельзя. Вот это, ну, это Маргарита это, будет открывать. Вот. Киндер-сюрпризы. У нас был... Игрушки она никакие не захотела. Там были совсем прям папа, детские. Пожалуйста, ты еще зубик не потеряла? Покажи. Нет, еще не потеряла. Берем? Нет. Нет, берем. На полочку. Нет. Я на полочку положу. А то я тебя знаю, ты откроешь. Завтра утром проснемся, она все открытая. Да. Также неинтересно, нужно, вот смотри, видишь, там циферки будут. 1. Где 2? Там где-то 2. Вот, 2, 3. И каждый день ты должен одну открывать, а не сразу. Ну, походу, да. Это все, что есть. Детский сад. Каролина будет открывать новый лол. Мы еще такой не покупали. Такой шарик. Он какой-то, не знаю, это какой-то не круглый, овальный. Угу. Как открывать дальше? Ты знаешь, как открывать? Я первый раз вижу. Нет, я не знаю. Опа-ля! Оно должно было бы вот так вот. А потом... Ой, не надо. Нет, это такой, смотри. Да. Давай посмотрим на куколку. Да, это кукла. А я думала пенопластовые шарики. Смотрю, что там это. Это блестки. Да, ух ты. Она мальчик. Это мальчик? Да, ну, это мальчик. Это мальчик? Да. О, боже. С жвачкой во рту. Смотри, у него внутри даже в голове там эти блестки. Да. Первый раз тебе мальчик попался. Жвачка. А может, это девочка? Нет. А ну-ка посмотрим на одежду, сейчас посмотрим. Они ему там даже приделали внизу, как мальчик точно. Где? 12 здесь всего в коллекции. Где она? Что? 12 в коллекции. Привет. А ты папу не искала случайно? Не ждала? А то папа пришел за Каролиной, а тебя не увидел. Это мальчик. Марго, это мальчик. Ты все одела? Мальчика. Продолжаем мальчик искать такого. По-моему, что? Немножечко заболела. Мне голова кружится. Ты тоже заболела, что ли? Ну, я сейчас выпью. Мам, попью очень много. Ты потом пойду в школу. Нельзя. Ну, смотри, если плохо себя чувствуешь, не ходи. Нужно делать снеговика. Да. Значит, купить нужно питомца, а потом что такое, маленькую девочку. Да. Это... И водичку надо вот залить. Туда надо лить. А-га. Потом куколку, наверное, надо залить. Мира. Прикольно. Да, куклу потом надо внутрь. Чего такое не придумают. Вот так вот он выглядит с водичкой и с блестками. Ты немного воды налила? Нет. Только смотри, чтобы она не открыла, не разлила. Вот
Так, девочки, Ксюша, иди сюда. У нас новость есть для вас. Не очень хорошая. Ксюша, у нас есть новость для вас. В общем, папа вчера вечером мне сказал, что квартиру нам не дали. Почему? Ну, не знаю, вот так вот. Так что мы будем на Рождество здесь, на Новый год здесь, а потом ближе к весне будем искать что-нибудь другое. Хорошо? Ладно. Ну, вообще-то я пошутила. Я пошутила. Нам дали квартиру. Нет. Нет, не вру. Да. Ну, папа, спроси. Ты же говорила, что ты не хотела туда. Ну, они дали квартиру. Вчера папе позвонили. Серьезно, правда? Я не вру. Ну, папу спроси. Папа, и ноздару для каса? Но. Да, он обманывает. Да я не обманываю, правда. Не обманываю. Зачем так я буду обманывать? Нет, правда говорю. Собирайте вещи. Можете уже собирать вещи. Правда? Давай завтра уедем. Ну, нам сказали, где-то часа 13-14 все будет готово. Через 2 недели. У вас есть 2 недели собрать вещи. Все, вперед. Правда? Правда? Да серьезно, я тебе говорю. Да. Ну хорошо, Ксюша здесь остается, а мы переезжаем, хорошо. Ладно? Хорошо, все. Ты будешь с Лилитой здесь. Хорошо. Бабушка сюда переедет, и ты будешь здесь с бабушкой жить, хорошо? Все. Маргарита, иди собирайся. Не, правда говорю, девочки, собираться уже нужно. Каждый день потихонечку, хорошо? Да. Так что, ребят, мы в декабре переезжаем в новую квартиру. Ура! Вот ту, которую я показывала. Которую я выставляла в одном из влогов. Нет, да, девчонки сначала закончат школу. Здесь, да. До 20 числа вы здесь будете. После 20, потому что Маргарита, папа все узнал. Все, улеглись. Спим, будем спать. У нас еще парочка заболела. Макс и Маргарита. Не вовремя так еще. Че ж вы так, детишки? Все, переоделась. Давайте, у нас 2 часа дня. Девчонки будут отдыхать. Все, отдыхайте. Лекарства выпили. Ложитесь и спите. Маргарита в школу не пошла в обед. Ей нужно было еще в обед пойти, но она не пошла. Плохо себя чувствует. Математику, потом еще бразды физкультуры. Ну, температурки у тебя нет. Ну, слабость, да, у тебя? Ну все, давайте, отдыхайте. И Макс там еще лежит. Макс, пойдем на кроватку? На кроватку пойдем? В общем, ладно, ребят. Буду я... Все, спите. Отдыхайте. Пару часиков поспите, будет легче. Горлышко не болит? Угу. Вот так вот, ребята, у нас... Каролина сидит, играет. Ты хоть что-нибудь там понимаешь? Понимаешь что-нибудь? Да? Я ничего не понимаю. Ну что, ребята, вот у нас. Что теперь творится? Мы сразу же с сегодняшнего дня начинаем перебирать все игрушки, все, что нужно, не нужно. То, что не нужно, выкидываем. В общем, освобождаемся от лишнего, чтобы новую квартиру не везти. Например, вот эти вот 2 сумки, вот этих 2 пакета, там вообще там все поломанное, то, что уже не играют. Вот, оставляем то, что нужно, действительно. Вот так вот. Так что очень много у нас работы. Здесь у нас тоже бардак. Все перебираем. Мистер Абина смотрит. Это нужно какую-то игру скачать, но не надо, не нажимай, а то вдруг поломаешь. Детки, конфетки, спать собираемся. Ты нормально себя чувствуешь? Голова не болит? No. Нет. Ну вот так вот.
такая была у нас хорошая новость, что мы переезжаем, и тут мы заболели. Мне ухо это болит. Одновременно хорошая новость и плохая. Мам, что, ушко болит? Ушко болит. Давайте не болейте, пожалуйста. Пожалуйста, не болейте. Мама, Крыса хочет забрать мою мишку. Какого мишку? Кто? Тебе игрушек мало, у тебя на кровати. Тебе мало игрушек? У Макса температура. Давай, Карлинчика, ложись. Давай. Ты мышлетки спит. Не знаю. Я не знаю. Что ты хочешь, я не понимаю. Я не понимаю, чего ты хочешь, мадам. Эй, так кто этот шлетки такой? Ой, тебе нужно снять же твой этот ошейничек. Давай. Вот так вот, все, сняли. Сняли тебе, все, сняли, 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 сняли. Ты спать будешь, да? А, Бонюська, ты спать будешь? Улеглись? Ну все. Пока. Все, выпросила мишку. Давайте, девчонки, спокойной ночи. Бонька, пока-пока. Все, пока, ребят, до завтра. Пока, спокойной ночи. Ага, все, пока. Пошли. Все, мы пошли спать. Спокойной ночи. Каролин. А, мы же зубки еще не чистили. Точно, ладно. Пошли мы зубы чистить. И спать. Всем пока.